Всем привет! Представляю вашему вниманию отчет по СП «Богатство и благополучие» за июль месяц. И наш СП дает свои плоды. В этом месяце у нас много готовых работ. Есть работы, которые близятся к своему завершению. В общем, можно сказать, мы все потрудились на славу. Я надеюсь, ваши мечты, желания и надежды осуществились. Ну что, поехали посмотрим отчеты девочек. Ангелина Орлова отчитывается по набору «Золотое руно» к дальним берегам. Пишет нам, что продвижения в июле месяце были совсем небольшими, так как было много разных дел, и надеется на август месяц. Ну что ж, мы желаем удачи и ждем продвижений. У Виктории Румянцевой случился финиш. Это работа от фирмы «Золотое руно» F024 «Замок на воде». Размер работы 26 на 52 сантиметра. Вышивался на аиде 14 каунта ниточками Молине Мадера 9 цветов. Работа большая, работа сложная, в сепии. И Виктория потихонечку отшивала эту работу, и случился финиш практически к завершению СП. Очень удачный месяц у Виктории, есть и другие финиши в других наших СП. Поздравляем с прекрасными итогами, ну и, конечно же, ждем новых продвижений. Марина Филиппова присылает нам готовую работу, которую она вышивала по оригинальному набору фирмы PAN. Это золотая серия VS-485. В набор входило 37 цветов. Вышивалась работа на аиде 14 каунта. Размер работы 25 на 37 сантиметров. И что нам пишет Марина? Всем хорошего настроения. Завершила отшив этого дизайна 21 июля. Первая половина работы была непростая. Частая смена цветов, но не одиночки. Верхняя вторая половина была намного проще, чего не скажешь, глядя на превью дизайна. Очень крупная схема, красивый подбор цветов ниток. Приятно удивляют нитки в этом наборе. Приятный, шелковистый, не похожий на гамму. Приятный в вышивке процесс, если бы не одно «но». Впервые сталкиваюсь с набором от Панны премиум, в котором не хватает ниток. Не хватило практически всех цветов ниток. Остались хвостики длиной сантиметров по 8-10, только 4 цветов. Все остальные пришлось докупать. 3 цвета не было у гаммы совсем, но подобрала в палитре ДМС. Но результат работы очень порадовал. Да, действительно, смотришь на картинку, и от превью практически не отличается. Работа очень красивая, но очень обидно, что производитель плохо рассчитал ниточки. Это всегда расстраивает, особенно когда эти ниточки нельзя подобрать в своих запасах, и приходится еще ехать в магазин, тратить время, подбирать, искать, столько хлопот. Но Марина у нас такая скоростная рукодельница, что все успела и процесс завершила. Поздравляю, шикарный результат. Людмила Хараян завершила растить свою тыковку. Она получилась очень яркая, красивая, шикарный дизайн от фирмы Mill Hill. Но на этом Людмила не останавливается, продолжает растить свой подсолнух. Ну, конечно, осень приближается, нужно собирать урожай. Будем с огромным удовольствием наблюдать за ростом этой работы. Светлана Кузнецова вышивает оберег от жар-птицы и пишет: вот и готова лицевая сторона оберега. Пора браться за вторую часть и порадовать себя очередной законченной работой. Это правильно, нас тоже вы порадуете этой красивой вещицей. Татьяна Муратова также присылает отчет, пишет, что наконец-то дошила все крестики, осталось сделать бэкстич, выполняется он тремя цветами, белый и серый, на юбке чуть-чуть и все, остальное черным. Ну вот, осталось уже совсем чуть-чуть, красавица готова, нужно ее оформлять, обрамлять в бэкстич, чтобы она начала работать в полную силу и носить в дом богатство и благополучие. Юлия Переплетчикова представляет нам полностью готовую работу от фирмы РТО под названием «Коронованные плоды». Работа вышивалась на основе 14 каунта, размер работы 35 на 35 сантиметров, ниточки здесь ДМС. И вот что нам пишет Юлия:
готовы мои гранатики, чему я безмерно рада. Очень приятным и ярким был процесс. Последний фрагмент работы оказался самым насыщенным. Обилие блендов, самая частая смена нитки, 3/4 креста в зернышках. Все удалось преодолеть. Пока шила, вспоминала фразу у кого-то из участников в комментариях про то, что богатство и благополучие не даются просто так. Абсолютно с этим согласна. Юлия, спасибо вам за организацию чудесных СПЭ. Девочкам желаю вдохновения, шустрой иголочки. Надеюсь, в скором времени еще что-нибудь вместе вышьем, поэтому надолго не прощаюсь. Я поздравляю, во-первых, с готовой работой. Это большой праздник всегда для рукодельницы. Ну и, конечно же, буду рада видеть вас в наших новых СПЭ. Приоткрою немножко тайну, что после завершения наших трех СП обязательно организуется еще один СП, но об этом уже отдельно в другом видео. Елизавета Хлюстова отчитывается по авторской схеме Натальи Черепановой «Аквариум». Размер работы 300 на 225 крестиков. Канва Белфаст 32 аккаунта. Используется 52 цвета плюс 6 блендов. Ниточки СХС. Работа большая, сложная, потому что много деталей. Все это нужно обшивать бэкстичем. И Елизавета продвигается большими темпами. Вот в этом месяце есть хорошее продвижение. Пока нет бэкстича. И в следующем отчете мы будем ждать все эти детали. Но уже вышито 77%, и Елизавета надеется, что успеет до конца лета завершить эту работу. Нам очень-очень интересно. Желаем удачи. Ирина Соколовская добавляет в наш совместный проект вот такой интересный дизайн. Это набор фирмы «Золотое руно», называется «Встреча на рассвете». И здесь идет основа с напечатанным фоном, дизайнерская. Нужно вышить только кораблики. И, как мы видим, есть уже старт, есть некоторое продвижение. Очень интересно посмотреть на итог работы. Очень хорошо продвигается работа и у Ирины Серегиной, которая вышивает дизайн Надежды Антоновой, денежный карп. Размер работы 260 на 260 крестиков. Работа сложная, но тем не менее у Ирины эти процессы вышиваются просто на ура. Замечательный прогресс, поздравляем! Дарья Ибрагимова заявляет в нашем совместном проекте наборчик от фирмы «Новая Слобода», называется «Слон», это частичная вышивка бисером. Пишет нам, что слон – это мудрость, долголетие, доброта, сила, стремление к миру, стабильность, надежность, а также благополучие во всех жизненных сферах, удача, выносливость и долголетие. Конечно, такой слон всем нужен, и поэтому у Дарьи он очень быстро вышился, и Дарья представляет нам сразу готовую работу. Очень красивый дизайн, просто глаз не оторвать. Поздравляем! Настя Маркова вышивает набор фирмы «Золотое руно. Замечательное лето». В набор входит канва белого цвета 16 аккаунта. Используется 75 цветов ниточек, 5 блендов. Все вышивается крестом в две нити, есть немного бэкстича. И пишет нам, что процесс очень нравится, и Настя получает огромное удовольствие от отшива данного процесса и будет еще покупать наборы этой фирмы. Да, «Золотое руно» вышивается очень-очень приятно. И прогресс мы видим очень хороший, отлично идет вышивка. Ирина Силаева, наша активная рукодельница, присылает отчет и показывает, во-первых, завершенную работу. Это корабль, вышивался он по авторской схеме из Инстаграма. Использовала здесь 10 цветов ДМС плюс 4 бленда, крест, полукрест, бэксич. Размер 130 на 230 стежков. Также вышивается и очень хорошо продвигается работа по набору Joy Sunday. Это романтический Париж. В центре у нас зон, который символизирует власть и богатство. Очень хорошее продвижение. А также добавляется еще одна работа по Ван Гогу, подсолнухи. Здесь тоже идет по нанесенному фону вышивка. И продвижение тоже очень-очень хорошее. И еще одна работа – это Long Dog.
называется «Леон». Пишет нам Ирина, что ткань красила сама и выбрала серый цвет. Ниточками будет вышивать красными. Это 18-й каунт. Вот такой вот интересный дизайн добавился. Поздравляем с хорошими результатами за этот месяц. Татьяна Буркица присылает нам отчет по авторской схеме. Это сквозь замочную скважину называется работа. Вышивается на дизайнерской основе 18-го каунта от MP Studio. Используется здесь 50 чистых цветов DMS. В данном случае у Татьяны и DMS, и гамма 8 блендов, крест, полукрест, бэкстич. И присылает нам отчет. Мы видим, что работа очень хорошо подросла. Результат нравится Татьяне и нравится сам процесс. Я помню, что Татьяна нам писала, что, скорее всего, не успеет закончить работу, но я смотрю, он так хорошо пошел, что осталось уже совсем чуть-чуть, и работа будет завершена. Отличные результаты, поздравляем! И мой отчет, во-первых, по моей магнолии, которую я вышиваю по набору от клубка желаний, но разработка это фирмы Dimensions, просто этот дизайн снят с производства и в оригинале его уже не найти. Давно о нем мечтала и благодаря вот нашему СП взяла его в работу и, знаете, процесс идет настолько приятно, схема очень хорошо разработана, ниточки здесь хорошие, одно удовольствие. Практически у меня вышито 4 листа из 6, осталось чуть-чуть, но буду идти в этом месяце на завершение. Финиш месяца и моя любовь – это наборчик Crystal Art подразделения Черевномыть на заливных лугах, 2 журавлика. Вышивка идет в крестом в 2 ниточки. Крестом в одну ниточку, есть немножко бэкстича и украшается бисером. Вышила просто на одном дыхании. Начала я вышивать в месяце в июне, а в июле я уже взялась за эту работу и не могла остановиться, шла до победы. Мне здесь все нравится, есть, конечно, огрехи. Единственное, что в наборе мне не понравились ниточки, так как они были очень сухими, путались, рвались. Вышивать ими было действительно как-то сложно, но не хотелось менять все материалы, так как я меняла основу, решила уже нитки оставить такие, как есть, но по завершению работы я их сразу выбросила, чтобы они больше не находились у меня в моих каких-то запасах. Самим результатом я очень довольна, не могу налюбоваться, и если кому понравилось, правда, рекомендую, дизайн очень хорошо разработан, получается красота. Вот такие новости, на этом у нас все. Я желаю вам хороших продвижений за август месяц. Напоминаю, что отчет у нас состоится финишный уже 10 сентября. Не забывайте добавлять ваши фотографии готовых работ в альбом с готовыми работами, так как у нас состоится розыгрыш. Разыграем один приз. Ну и хорошего вам лета, хорошего настроения. Вышивайте, продвигайте ваши работы и увидимся с вами в новом отчете. Всем пока-пока!